Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня я к вам с вот этим вот узором. Вот вынашивала я его очень долго. Я даже пробную версию вот этой модели связала. Кстати, она была у меня в обзоре другим узором. Я никак не могла вот как-то сложить в пазл вот этот вот узор, который на этой маечке, ну, футболочке, да. И вот сложился, вот видите, результат у меня. Что у меня получилось? Вот такие вот дырки высокие, что немаловажно. Сложился пазл у меня, когда я связала вот этот вот три версии вот этого узора последней модели Кучинелли. И вот я только тогда поняла, в чем секрет этого узора, когда связала именно тот узор. Когда мне дошли все секреты того узора. Итак, девчонки, узор вяжется просто. Число петель у нас кратное 8. Плюс 2 петли кромочные. Ну, по большому счету, можно и кратное 4, но для понимания узора кратное 8. Вот, плюс 2 кромочные. Будем основываться на то, я вот к вам с такими подсолнухами летними, так как узор летний. Итак, я набираю 24 петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Это 3 раппорта и плюс 2 кромочные. Раз и два. Видите, у меня закончилась нитка. Итак, первые два ряда я провяжу вот здесь, даже видно, что они стабилизирующие. Это либо там резинка, либо начало, ну, как-то кромка какая-то, да. Вот. То есть это не всчитывается в узор. Это такое. Итак, первый ряд, 2 петли вместе с уклоном влево. Здесь у меня перевернутый, я уже переверну так. Так, далее 2 петли вместе с уклоном вправо. И так чередуем до конца ряда. 2 петли вместе с уклоном влево, 2 петли вместе с уклоном вправо. И так до конца ряда. То есть у нас уменьшается вдвое количество петель. И заканчиваем 2 петли вместе с уклоном влево и 2 петли вместе с уклоном вправо, и кромочная изнаночная. Далее следующий ряд изнаночный. Снимаем кромочную, делаем накид, провязываем 2 изнаночные, двойной накид, 2 изнаночные. И так продолжаем: двойной накид, 2 изнаночные. Везде двойной накид, кроме как начала, потому что здесь у нас пол раппорта заканчивается, пол раппорта, и начинается пол раппорта. То есть в середине вязания у нас накид двойной, 2, а здесь вот одинарный. То есть таким образом получается он один раппорт, но только половина здесь, а половина здесь этого раппорта находится. Так, далее. Третий ряд узора.
Накид этот провязываем лицевой, 2 лицевые, и следующие петли двойной накид, 1 лицевой, 1 изнаночную накид, далее 2 лицевые и двойной накид, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, лицевая, изнаночная. И в конце тоже типа рапорта 1 накид, мы его провязываем лицевой. То есть здесь у нас рапортно, опять же, видите, вот это начало, конец ряда, вот они, видите, вот это пол рапорта здесь, пол здесь, а рапорт начинается отсюда, вот они 4 петли, между ними вот эти вот двойной накид, вот если 8 брать петель, да, то следующие накиды у нас получатся в шахматном порядке. Четвертый ряд изнаночные петли, весь ряд изнаночные петли, и даже вот этот вот, который у нас накид провязан, видите, здесь лежит он как лицевая, но мы его провязываем изнаночной. Так, пятый ряд узора. Так, итак, теперь у нас наоборот, теперь мы поворачиваем 2 петли вместе с уклоном вправо, 2 петли вместе с уклоном влево, и продолжаем таким образом вправо-влево, то есть наоборот, видите. И вот если вот присмотреться визуально, то здесь у нас получается, что вот она влево, а вот вправо. Он как бы обволакивает вот эту дырочку, эти две вместе, ну, сокращение. Здесь петли поворачиваем. Влево, вправо, влево, вправо, влево. Вправо. И здесь заканчивается, видите, здесь последняя была вправо поворот, а здесь влево. Хоп, есть. Тем самым, вот смотрите, вы будете, можете на вот эту, вот этот вот момент ориентироваться, знать, что это значит, что у нас вот здесь вот, видите, между вот этими галочкой, вот вправо, влево, между ними у нас двойной накид. Это значит, что вот они, вправо, влево, 2 вместе, и между ними двойной накид. То есть если в первом ряду это был тут половина рапорта, то здесь вот начинается рапорт с половина, будет как бы один накид уйдет сюда, а один накид уйдет сюда, и здесь же будет эта половина. То есть понятно, да, один раз у нас заканчивается накидом, один раз петлей изнаночная, двойной накид. То есть разделение здесь у нас уже идет не накид делится, а петли делятся. То есть здесь у нас в шестом ряду все накиды, ой, в пятом цельные, ну, все по 2, скажем так. И одной изнаночной мы заканчиваем. Седьмой ряд. 1 лицевая, и тут мы провязываем все накиды, как бы, как и предыдущий раз. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, здесь 2 лицевые, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, лицевая, изнаночная, 2, 1 лицевая и изнаночная. И восьмой, последний ряд рапорта, это все изнаночные петли.
Вот и весь узор, девчонки. Ничего сложного, как оказалось. Секрет оказался, знаете где? Знаете уже, если посмотрели это видео. В том, чтобы делать две вместе в одном ряду, а накид добавлять в следующем ряду. И тем самым у нас эта дырка удлиняется вверх. И она получается, вот если это двойной накид, она прям такая круглая, такая прям красивая получается дырочка. Вот здесь вот у меня 330 метров 100 граммах. Это у меня Alize Cotton Gold. Вот. А вот это Alize Cotton Gold Plus, по-моему, да, вот эти, которые толще. Там у нас, по-моему, 200 метров 100 граммах. И вот так вот выглядит этот узор. Вот из этой пряжи. Ну, а на сегодня все, девчонки. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. А, да, забыла сказать, что в круговую просто изнаночный ряд вяжется по узору. Там, где четвертый и восьмой, а где второй делаются накиды, тоже просто по узору. Здесь провязывается лицевыми, а накид, двойной накид так и делается. Поэтому, ну, очень просто и в круговую вяжется этот узорочек. Вот такой вот он красивенький, девчонки. Ну, еще раз попрощаюсь на сегодня. Все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.